Здравствуйте, сегодня среда, 6 апреля, в эфире новости от Maxi Markets. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Похоже, что с началом дня пара евро-доллар демонстрирует сбалансированную торговую модель. Многократно протестированная линия на отметке 1.1350 выступает сильной поддержкой для валюты. Уровень 1.1385, который котировки пытались преодолеть во время азиатской сессии, является достаточно мощным сопротивлением для трейдеров. При отсутствии значимых экономических событий в первой половине дня торговый диапазон 1.1350-1.1385 определяет границы ценового коридора в первые часы европейской сессии. Возможно, он несколько расширится вниз, до отметки 1.1344, где котировка встретится с мощной линией поддержки, определяющей минимум для пары в течение апреля. Политические события вокруг возможного выхода Британии из ЕС выступают генератором повышенной волатильности пары. Не удержавшись на уровне 1.4150, фунт направился дальше вниз. Следующая линия поддержки на этом пути расположена на отметке 1.4110. Будем ожидать очередные новости из Соединенного Королевства. Именно они могут послужить причиной дальнейшего проседания котировок пары. Не исключено, что мы увидим британский фунт на уровне 1.4105. На новую торговую сессию цена унции золота начала с уверенного движения вниз, начатого после достижения локальной линии поддержки на отметке 1228 долларов. Вероятнее всего, препятствием на пути данного коррекционного спуска является уровень поддержки 1224 доллара, преодоление которого откроет возможность для дальнейшего спуска к психологически важной отметке на рубеже 1215 долларов за унцию. Достижение одного из указанных уровней поддержки может быть точкой открытия длинных позиций на коррекцию тренда вверх. Открытие торгов серебром ознаменовалось снижением стоимости металла от локального максимума на отметке 15 долларов 15 центов к уровню поддержки 15 долларов 5 центов. По всей видимости, котировкам металла удастся преодолеть этот барьер. В таком случае открытие сделок на продажу может ориентироваться на промежуточные уровни поддержки 15 долларов ровно и 14 долларов 94 цента. Обратите внимание, сегодня в 21.00 по московскому времени состоится публикация протокола заседания ФРС США, ФОМС. Важные данные по американской экономике способны повлиять на положение доллара и увеличить шансы заработка. В долгосрочных прогнозах аналитиков BNP Paribas и JP Morgan нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.